Открытое акционерное общество «Чистый город» презентовал новые онлайн-проекты. В рамках года информационно-коммуникационных технологий структура представила общественности два новых сайта. На мероприятии с участием представителей Министерства экономики и промышленности, природных ресурсов, исполнительной власти города Баку, различных неправительственных организаций состоялась презентация сайта temizshahr.az и портал tep.az. Как отмечалось, обновленный сайт структуры и поисковая система позволяют пользователям получить любую информацию. Новый портал tep.az посвящен бирже по переработкам по уменьшению отходов. Посредством этого портала любой человек может выставить на продажу сырье, годное для переработки, отметил председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Чистый город» Закир Ибрагимов. В рамках презентации была дана информация о сайте tullantim.az, который находится в стадии подготовки. Цель этой интернет-страницы – предотвратить превращение в мусор неиспользуемых вещей, но пригодных для использования и предложения их лицам, в них нуждающимся. Данный портал может способствовать уменьшению отходов и развитию культурного обмена среди населения.